Центральной темой визита Владимира Гутенёва в Ульяновск стало обсуждение вопросов подготовки инженерных кадров для высокотехнологичных производств. Первой строкой в плотном графике стало участие в заседании Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», которое прошло на базе УЛГУ. На сегодняшний день в сфере оборонно-промышленного комплекса трудится целый ряд предприятий. Среди них Ульяновский механический завод, патронный завод, завод «Искра», Ульяновское конструкторское бюро приборостроения, НПО «Марс». Всего на указанных заводах трудится более 29 тысяч человек. Поэтому обеспечение предприятий квалифицированными кадрами – задача крайней важности. Сотрудничество нас заставляет, и современная обстановка, технический прогресс, условия внешнего рынка. Они диктуют такие условия, что нужно очень быстро адаптироваться к условиям, менять программы, готовить специалистов. Готовить специалистов очень быстро, качественно, желательно не отвлекая их от рабочего места. По результатам визита в регион федеральный эксперт отметил, что в Ульяновской области имеется большой промышленный, научный и инвестиционный потенциал. На самом деле существует очень большая проблема не только на предприятии оборонно-промышленного комплекса, но и в целом высокотехнологичной промышленности с кадрами. И то, что в Ульяновской области установлены очень тесные отношения, причем они не формальные, а в виде базовых кафедр, в виде оборудования, которое передается в университет, которое позволяет уже в студенческие годы овладевать теми навыками, которые пригодятся на практике. Большую роль в подготовке специалистов для предприятий реального сектора экономики играет Ульяновский государственный университет. Почти 3 года на его базе действует Центр молодежного инновационного творчества, где с помощью новейшего оборудования преподаватели готовят молодых инноваторов. Центр в своей деятельности активно опирается на школьников и на студентов нашего университета. И вот основная цель, которую мы преследуем также, это развитие их научно-технического творчества, такого инновационного потенциала, креативных. Ежегодно центр реализует порядка 10 проектов. Также это отличная площадка для подготовки участников конкурса по стандартам WorldSkills. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.